Сегодня КВН – та игра, которая объединяет все поколения и все возраста. В этом году российскому отечественному КВНу исполняется 50 лет. 1 декабря в Камрадском доме культуры состоялся КВН среди сборных университетов Республики Молдова. Тема КВНа – «Зиму встречаем с улыбкой». Человек, ты кто? Я Дед Мороз. В этом конкурсе состязались команды КВНов из трех столиц нашей республики – Бельск, Кишинева и Камрада. Все ребята настроены на оптимистической волне, и каждая команда обещает публике незабываемый вечер. Мы приехали из города Бельц, северной столицы. Наша команда называется «Букет Молдавии». Мы участвуем здесь не первый раз, уже второй раз. Да. И, конечно, наши успехи замечательные. Мы с командой «Букет Молдавии» везде стараемся брать первые места, и все у нас получается. Команда называется «Новые лица». Приехали мы из Кишинева, вот, готовы веселить нашим столичным юмором. В принципе, я думаю, зрителю вот, и вам тоже, в частности, понравится все. Сегодня будет, надеемся, что очень хорошая игра. Будет очень интересно, тема музыкалки, о чем мечтает студент. Надеемся, что всем понравится. Наша команда называется «The Best». Наш девиз – ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Несмотря на то, что сегодня в стране существует ряд проблем политического, социального и экономического характера, проведение КВНов такого масштаба, как считают организаторы, помогает народу объединяться, несмотря ни на что. В связи с тем, что сегодня в нашей стране очень много проблем, ряд проблем всевозможных в разных областях, но география КВНа, именно Кишинев, Бельцы, Гагаузия, Камрад – это три столицы. Идея объединить молодежь, объединить наших граждан, ведь смех объединяет всех. Просмотрев все соревнования, судьи так и не смогли определить лучшие команды. Тогда жюри решило, что каждая команда – победитель в своей номинации. В номинации «Приветствие» первыми были ребята из «Букета Молдавии» города Бельц. Лучшими в разминке была команда города Кишинев «Новые лица». А лидерами домашнего задания стала команда «The Best» город Камрад. По словам организаторов, следующее такое мероприятие предполагается провести 25 декабря на День студента. И, возможно, на этот раз команд будет больше.